Так, отлично. Мы уже на корабле. И нам нужно собрать сколько? 8. 8 зерен. Ага, здесь уже зерен, как мы видим, нету. И они где-то, значит, разбросаны по всей карте. Так. Так, ой-ой-ой. Очень-очень больно ударились. Насколько я помню, здесь был кристалл где-то. Вот на этих самых. Так, ну-ка. Идти. И долетели. Ну-ка, смотрим. Ага, тут он не показывает, что находит кристаллы. Так. Ага, здесь тоже не видно. Видимо, здесь я их подобрал уже. Собственно, сейчас мы аккуратненько прицепимся. Так, ну, на растении это никаких... Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Никаких кристаллов-то и не должно быть. F. Вот, как раз попробую. Хотя ладно, ничего не буду пробовать. Прицепимся. Так. И сейчас будем... F. Отлично. Так, тихо. Опа-на. Замечательно. Так, сейчас мы зайдем еще в базу данных. И проверим, чего у нас тут нету. Ага. Тайна, покрытый мраком. Дружественный, дружелюбный, застенчивый и сидит в темноте. Понятно. А, значит, я понял, в чем мне можно, точнее, нужно туда к ним. Что мне нужно просканировать. Так, ну, для начала начну искать еще и семена. Бежим. Ну-ка. Да, вроде их тут нету. О, помню, в самом начале. Я тут вручную, скажем так, собирался. О, вижу один кристалл, который я пропустил. Так, и... Видимо, придется пробежать всю карту, чтобы увидеть, точнее, найти семена звездного ростка. Так. Спокойно. Значит, кристалл где-то там. Ну, полетели, значит. О, все правильно. Все правильно. Так. С.
зеленый кристалл. Отличненько. Так. Сейчас мы до него доберемся и вспомним, сколько у нас там. Ай-яй-яй-яй. Чуть не упал. О! 85. Всего-то 15 кристаллов, подумаешь. Которые там по всей карте разбросаны. Так, полетели. О, ну-ка. Он здесь чувствует еще один кристалл, надо же. И, судя по всему, он где-то близко. Интересно. Так, тянем. Пока камень. Так, сейчас будем определять, где этот кристалл. О, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Он показывает, что совсем... Совсем вот... Совсем рядом. И что я... Вообще рядом с ним стою. Непонятно. С этой стороны тоже нету. Ну-ка. Так, ага, значит, надо вниз, как я понял. Так. Ладно. Спустились вниз. Ну и где кристалл? А, непонятненько. Ой-ой, это зря я отпустил, ну-ка. Так. Ой-ой, главное не падать в воду. Ага, чтобы... Чтобы не было плохо потом. Так, может быть, вот в этой дырке. Так, ага, здесь не видно. Ну, с этой стороны точно нету. Ага, кажется, я там какой-то кристалл нашел. Ну-ка, ну-ка ты... А, нет, ладно. Что-то получилось подлететь, но... Но потом как-то не удалось. Так, ну-ка, я, кажется, видел один. Где-то он здесь. Ну-ка. Спускаемся. И цепляемся. И смотрим, где же он. Где же этот... скрытный кристаллик. Ну-ка. Так. Ну, он же показывает. Показывает где-то здесь. А где же ты, кристалл? Да, днем искать кристаллы... Днем искать кристаллы не так уж и просто, потому что не видишь, где они там светятся. Так, ну, на звездном ростке это точно его нету. Так, вот здесь вот он, говорят, он близко.
Кристалл. Ну-ка. Опа. Ой, вот это запрыгнул совсем. Так, и как же я отсюда выберусь теперь? А, господи, вот он. Так, конечно, не падай на меня. Так, сейчас я тебя вытащу, кристалл. Так, камень, ты что творишь? Я же тебя отодвинул. Все, стой здесь. Вот ты где, родной. Так, и где-то еще один кристалл. Так. Так. И, да, показывает, что где-то здесь он поблизости. Вот именно вот здесь. Неужели мне нужно ждать ночи, чтобы увидеть, где он светит? Так, летим. Как Супермен. Угу. Ну, где ты? Ну, кристалл, я тебя хочу найти все-таки. Ты где-то рядом. Рядом где-то. Ты. Так, а куда же я полез? Там же кристаллов нету на стенах, я видел. Это очень-очень странно. Неужели я его где-то пропустил? Ну-ка. Приблизимся. Так, опа. Ага. Ну и чё? Ну и где ты? Так, так, так. Ай-яй-яй. Ну все, приплыли. Очень хорошо справляюсь. Очень хорошо плаваю в воде. Так, я. Так, надо найти все кристаллы их. Всего-то осталось 14 штук из 100. И очень-очень обидно, если я их всех не найду. А вот, кстати, началась ночь. И это значит, что в темноте их можно найти. Потому что они очень хорошо светятся в темноте. Так, держусь. Ну и что? И вообще ничего не увидел. Ладно. Ладно, ладно. Так, спокойно. Все, стою. Так, возможно, получится кристалл здесь найти. Так, в камнях я его находил. Так. Может быть, с этого ракурса все будет видно.
Я ничего не вижу. Так. Видимо, я от него, наоборот, только дальше отхожу. Так. А ну-ка. Может быть. Нет, мне все-таки показалось. Это просто отсвечивала стенка камня и... Увы, это не кристалл. Овечки, здорово. Вы знаете, где кристаллы? Нет? Ну и ладно. Овечка, ты чего? Так. О, арка какая-то. Ну, здесь ничего нет. Так, я от кристалла далеко сейчас. Ага, это я вообще в самое начало вернулся. Идем обратно. Так, стоять. Возможно, его будет видно отсюда. Нет, не видно. Так, так, так. Да, видимо, я тут из-за этого кристалла застряну очень надолго. Просто потому что я его тупо не вижу. Вот. Вот это вот место показывает, что кристалл вот здесь где-то. Но его нету. Его вообще нифига не видно. Вот где он? Возможно, он где-то здесь, с этой стороны. Нет. Его с той стороны нету. Потому что я полез на ту сторону и сразу понял, что я от него отдаляюсь. И, видимо, по звуку он где-то вообще рядом-рядом. Вот, я слышу этот звук, который издает кристалл. Но я никак не пойму, где, откуда он. Слышу звук, но не знаю, откуда он. Так, и вновь я который раз забрался на эту гору и... И опять нифига не видно. Это странно. Ай-яй. Так. О! А ну-ка. А, возможно, он где-то здесь.